Ленин, герой или предатель? Предатель. Герой как объединитель, предатель как человек, который соответствовал нашей политике. Ленин – это герой. Он также является и героем, и предателем. Распад СССР – трагедия или закономерность? Закономерность. Трагическая закономерность. Закономерность. Трагическая закономерность. Что делать с оппозицией? Казнить, помиловать или воспитать? Оставить ее в покое. Перевоспитать. Казнить нельзя, оставить в покое. Значит, оправдывать преступление, соответственно, перевоспитывать. Мы тоже считаем, что нужно перевоспитываться. Николай II – святой или неудачник? Неудачник. Не то и другое, он мученик, он человек, пострадавший за свою страну и за свой народ. Николай II – святой неудачник. Он неудачник. Назовите кино- и литературного героя, который представляет идеального политика. Фрэнсис Андервуд. Дарт Вейдер. Старик Сантьяго из произведения «Старик и море» Хемингуэй. Доктор кто? Спасибо.